Чаграйская низменность в Калмыкии. Здесь, на реке Восточный Маныч, началось строительство плотины. Длина плотины 10 километров. Для ее сооружения потребуется 3 миллиона кубометров земли. Калмыцкая степь еще не знала такого размаха земляных работ, такого обилия техники. Новое море вместит 800 миллионов кубометров воды, оросит тысячи гектаров земель, а главное, улучшит водоснабжение животноводческих районов республики.